что, ребята, вы часто бываете на пляж, где над вами летают самолеты? Мы сейчас на таком пляже на острове Сент-Мартин. Отлично! Такой красивенный! Этот был супер лоу, действительно, кто-то сказал из людей. Вот, наверное, этот под впечатлением нас оставит самолет, который, правда, очень легко низко пролетел. Вот такой вот интересный пляж есть в мире, поэтому будет у вас возможность, приезжайте на Сент-Мартин. Пляж называется Мохо. Вы сможете его найти, взять машину и просто скажите, везите нас на Моха Бич, и вас везут сюда. Приезжайте тогда, когда никого нет, и нет вот этого crazy толпы. Я просто невероятно. Мне кажется, что люди сидят друг другу на головах. Но мы тоже посидели.